Ярослава. Явась, просыпайся, а то все самое интересное проспишь. Уже пора вставать, на улице такая красота. Ну вставай, папа рыбу ловит, Юля уже с Лешей и Садиком чай пьют. Птички поют на улице, просыпайся. Купаться скоро пойдем, пойдем на завтрак, давай. Купаться? Купаться! Доброе утро! Доброе утро! Купаться, да. Ну как прошла твоя ночь в юрте? Нормально. Комары не кусали? Что тебе снилось? Ничего. Страшилки никакие на острове к тебе не приходили? Нет. Нет? За ногу никто тебя там не щекотал? Нет? Никакая страшилка? Нет! Ай! Отлично! Тогда просыпайся, умывайся, и будем продолжать наше видео. Хорошо. Друзья, если кто еще не знает, мы сейчас находимся на острове. То, как мы сюда ехали и забирались на этот остров, вы можете посмотреть в предыдущем видео. А также рум-тур юрты, в которой мы сегодня провели ночь, вы также можете посмотреть в предыдущем видео. Умылась? Да. Пойдем на улицу. Пойдем. А, тут так светит. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Ой, Вася. Ты уже удочку схватила? Да давай хоть чай попьем. Доброе утро всем. Привет. Ты что, чай не будешь? Нет. Да бери все, пойдем вместе. О! А ты на свое место хочешь? Да. Ну там лучше течение нету. Ну а я пока сделаю чай. Юлечка уже разжигает костер. Дивные поджигатели. Наслаждаемся тишиной, природой. Ярослава с папой пошли к другой юрте, к соседней, ловить рыбу. Я сейчас иду к ним. Никого, кроме нас, здесь больше нет. А вот мои рыбаки. Вот такие смешные. Тихо надо, по обе стороны. Разве рыба только в тишине ловится? Так понравилось вчера рыбку ловить. Плохо, конечно, что мы не взяли с собой мяч, а так бы можно было здесь поиграть в волейбол. Территория вот расчерчена здесь даже. Как ты хорошо уже научилась. Идем на завтрак. Ты бы еще хотела приехать на этот остров? Угу. А что тебе здесь больше всего понравилось? Не знаю. Не знаешь? Дом как выглядит. Получается, мы находимся в самом конце этого острова. Наша последняя юрта. А мы сейчас идем в начало. Пойдем к лодочке сходим. Вышли мы в центр этого острова. Здесь покосили сено. Там вон в конце есть беседки. Поплыли, поплыли, догоняйте меня. Устала плыть? Да. Слишком тяжелые весла, да? Да. Пойдем посмотрим, что там еще есть. Смотри, здесь вообще двухспальный матрас лежит просто под деревом. Такая вот кровать. Вау, а еще есть палатка. Пойдем посмотрим, что там внутри. Можно, я думаю, можно. Загляни, никого там нет. Вот такая огромная палатка, ребята. Из материи плотной. Ух ты! А ну да, я присвечу, покажу ребятам поближе.
здесь есть свет! Ярослав включила свет. Видели, мы зашли в эту палатку, шатер. И здесь стоит у нас 8 кроватей. Вау, еще свет! Получается, место для вещей. С одной стороны стоит 4 кровати. И с другой стороны 4 кровати. И с этой стороны выход. Куда мы выйдем с тобой? Ой, сколько здесь птичек много. Это какой-то домик. Вот такая палатка. Пойдем посмотрим, что это за домик. В общем, выбирай домик, палатку, шатер на любой вкус. Да, это домик. Ну, я думаю, да, смотри, окошки есть. Кровать стоит, да. Там кроссовки чьи-то стоят. Да, я думаю, там спят люди. Есть еще вот такой вот домик. Мы просто его покажем и все. А там в конце есть еще избушка на курьих ножках. Мы вам ее показывали. Ну, в принципе, все? Да. А где вы присели? Возле воды? Нет. Здесь не захотели? Ну, где нам накрыли, там и сидим. Я думала, мы будем здесь где-то сидеть. Пойдем тогда. Ага, вот здесь. Нет, конечно. За круглым столом. Отлично. Красота? Красота. На завтрак у нас сырники. Как в ресторане. И чаек. Что? Пойдем сюда, пройдемся. Пойдем. Пойдем, покажи. О, можно здесь возле воды можно посидеть тоже. Полежать. Полежать красиво можно? Давай, пойдем. Покажи. Аккуратно. Смотрите, как опустилось дерево. Проходим, проходим. Вау! Романтика! Пойдем, спускайся, Ясь. Почему? А мне очень хочется. Ты не хочешь, держи, я полежу. С удовольствием. Оставлю здесь свою сумочку. В другую сторону там подушечка. Простите, сразу не поняла. Великолепно. Солнце только светит сильно. Здесь можно не просто загореть, а и сгореть. Очень круто, да? Очень круто. Больше всего круто то, что мы здесь одни. Да. Остыли уже наши сырники, да? Бери второй. За, бери второй. Вкусные сырники? Так, нет, мы да, сейчас вкусные. Поделим их просто. Ничего. Да. Приятного аппетита. Спасибо. И вам. Вкусные сырники, Ясь? Да. Вкусненько позавтракали, возвращаемся в нашу юрту, будем собирать вещи и ехать уже домой. Все, собрали мы уже все наши вещи. Наш транспорт, все как положено для вещей. Как во всех отелях. Как во всех отелях. Все, припарковались. Отдых на острове окончен. Возвращаемся домой. Ну как домой? Навезли вообще. А, да, кстати. Думали, что домой. Да, думали, что домой, но оказывается не домой. Едем купаться на другой пруд. Принесли мы наши вещи к причалу и ждем паром. Птичка катается. Интересно, а туда можно на правую сторону стать или на левую? Или нельзя? Можно, или конечно. Или перевернется? Нет, что она перевернется? Ну, интересно, можно. Да, просто? Последние сумки. И отчаливаем. Отчалил теплоход. Ярослава, с Васей селись. Так бы вообще покататься, да? И до Харькова. Нет, Федорчук прикольно. Нет, так к Осколу как раз. Туда, к Урганск, вот оно пройдет как раз по Осколу.
Свежесть такая. Так хорошо. Там еще батареи есть. Все, приятно было познакомиться. Спасибо, до свидания. До свидания. Все, до свидания, остров. Машины наши на месте. Мы уже на месте. Все купаются, довольные, веселые. Да, пойдем. Подержать? Давай. Лицом. Раз, два, три. Вот зашла, как ракета. Ноги целы, все в порядке. Да. Давай еще раз. Два. Подожди, давай. Два. И. Два. Стой, стой, держи, держи, держи. Все, все. Ждем, ждем, мы никогда не уходим. Раз, два, два, три. Че она ноги не поджимает? Мне страшно. Давайте еще раз. Не поджимаешь ноги. Давай, я тебя подброшу. Можно быстрее? Да, давай там. Так ты нырни, пусть на плечи станет тебе. Раз, два, три. Быстрее залазь. Хватит, а мне не получается, ну ее. Да не, давай, я уже не удержалась. Да все, хватит. Стой, 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 подожди. Давай. Без, без рывков, без прыжков. Просто вот так переклонилась и упала. Давай, давай, пробуй. Просто вниз. Руки, руки. Сейчас? Да, 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 все, и отталкивайся вот так, сама. Вот так. Да давай. Не пузом, просто вниз головой. Дай себе попу, да, вниз головой, вниз головой. Головой вниз ушла. Ушла. Ушла вниз. Давай, давай. Оп. Ой-ой-ой. Все, молодец. Все. Чего? Не, ну вы в баню, я боюсь. Слушай, она четко зашла головой. Она-то четко зашла. Ну, ты давай. Когда на помпах вообще? Ну, четенько зашла. Вообще, класс. Дайте сюда. Давай. Давай хорошенько мы тебя сейчас. Раз. Не, не надо. Два. Просто ноги раскорякал. Все, хватит. Хватит, хватит, все, успокойся. Мы уже вернулись домой. Отдых наш удался. И если вам понравилось это видео, с вас лайкосик, а с меня новый видосик. Пока-пока.